Здравствуйте, дорогие друзья. У меня появился один вопрос. Пока он без ответа. Может быть, кое-кто из вас поможет мне? Напишет ответ в комментариях. Я буду ждать. Вот послушайте. Я не красивый и не крутой. Вокруг меня лишь одни ненастья. И не такой уж молодой. Но отыскать я желаю счастье. Я обошел реки и моря. На берегу был левым и правым. На островах бросал якоря. Где она скрылась, не знаю право. Я не красивый и не крутой. Мое заканчивается лето. Отходит поезд последний мой. А на вопрос так и нет ответа. Может, вы поможете мне отыскать ответ на вопрос, где находится счастье и что оно вообще такое? Спасибо, буду ждать.